Вы когда-нибудь задумывались, какие шокирующие повороты произошли в жизни актеров клана Сопрано? Некоторые столкнулись с законом, кто-то даже оказался за решеткой, другие полностью оставили актерскую карьеру, а некоторые взлетели на вершину славы как на телевидении, так и в большом кино. И самое главное, вы узнаете трагические истории тех, кого, к сожалению, больше нет с нами. Досмотрите до конца, чтобы увидеть неожиданные камео и раскрыть личные тайны актеров. Незабываемая игра Джеймса Гандольфини в роли Тони Сопрано не только принесла ему славу, но и закрепила его место в пантеоне величайших актеров, подарив ему 3 Эмми, Золотой Глобус и множество других номинаций. До того, как он начал править преступным миром Джерси, Гандольфини уже был знаком зрителям, сыграв яркие роли в культовых фильмах, таких как «Настоящая любовь», «Человек, которого не было», «Братьев Коэн» и «8 миллиметров» с Ником Кейджем. Трагически Гандольфини скончался от сердечного приступа в 2013 году, когда был на пороге еще одного карьерного успеха – сериала HBO «Однажды ночью», который был завершен уже после его смерти с участием Джона Туртура. Его кончина потрясла многих. Отданные ему дань уважения включали трибьюты от губернатора Нью-Джерси, Брюса Спрингстина и в честь Гандольфини даже назвали одну из улиц его родного города. Наследие Гандольфини нашло отражение в уникальном памятнике в Вильнюсе. 5-метровая статуя Тони Сопрано в ярких шортах и халате на железнодорожном вокзале, которая служит сильным напоминанием о значимости роли Гандольфини. А вы когда-нибудь задумывались, что нового у Эдди Фалько, которая великолепно сыграла жену Тони? Ну что ж, в последнее время она была довольно занята, сменив роль королевы мафии из пригорода на более политический наряд. На данный момент вы можете увидеть Эдди в роли Хиллари Клинтон в 3-м сезоне сериала «Американская история преступлений». Этот сезон погружается в скандал с Моникой Левински. Неплохой прыжок из Джерси в Белый дом. Как думаете? До того, как встать на место бывшей первой леди, Фалько возглавляла каст полицейской драмы «Томми», где она сыграла первую женщину-начальника полиции Лос-Анджелеса. И как только вы подумали, что Эдди уже не может стать круче, она отправляется в мир Пандоры. В этом году наконец состоялась премьера «Аватара 2», где Фалько сыграла генерала Ардмор. И угадайте что? Она появится и в следующем фильме «Аватар 3». Давайте поговорим о Кэтрин Нардуччи, также известной как Шармейн Бука, чья жизнь вполне могла бы стать сценарием для нашего любимого сериала. Родившись в итальянском Гарлеме, ее отец был связан с мафией, и в возрасте 10 лет Кэтрин пережила трагедию. Отца убили прямо перед его баром во время мафиозной разборки. Перенесемся в 1993 год. Кэтрин приходит на прослушивание, чтобы поддержать своего сына, но в итоге сама получает роль в фильме «Бронкская история», что стало началом ее актерской карьеры. Нам она, вероятно, больше всего известна как жесткая и прямолинейная Шармейн Бука в «Сопрано», где она играла до самого финала шоу в 2007 году. Но ее карьера на этом не остановилась. Она снималась в гангстерских фильмах, таких как «Чикагские похороны» вместе с Шахом Ирана и «Капоне». В 2023 году она исполнила роль Анны Дженовезе в фильме «Мудрые парни», снятом под руководством Барри Левинсона и по сценарию Николаса Пиледжи. Релиз запланирован на 2025 год. Когда-нибудь задумывались о сути сериала, сеансах психотерапии Тони Сопрано? Эти сложные, захватывающие встречи с доктором Мелфи, сыгранные талантливой Лорен Бракко, действительно определяли сериал. Их динамика началась еще в пилотной серии и вскоре стала ключевой, пронизывая весь сюжет вплоть до того классического открытого финала. До того, как Бракко надела ботинки доктора Мелфи, она уже успела поразить нас в фильмах Скорсезе, таких как «Славные парни», а также и в других хитах, например, «Дневник баскетболиста» и «Хакеры». Однако после «Сопрано» ее присутствие в Голливуде как-то ослабло. Она словно перешла из центра внимания к менее заметным ролям. Бракко отдала дань своей знаковой роли в «Сопрано» в мультсериале «Конь Боджек», где она озвучила психотерапевта доктора Джанет. Помимо актерской карьеры, Бракко также увлекается карате и даже написала книгу по самопомощи с таким длинным названием, что его расшифровка могла бы стать отдельной главой. Так что, будь то актерская игра или писательское ремесло, Бракко продолжает нас удивлять.
доказывая, что она гораздо больше, чем просто доктор Мелфи. Майкл Империоли, чья роль самоуверенного и непредсказуемого Кристофера Малтисанти, остается одной из самых знаковых в сериале. До того, как стать племянником Тони, роль, которая принесла ему Эмми и две премии гильдии киноактеров, Империоли набивал руку, играя Спайдера в фильме «Славные парни». С тех пор, как закончились его деньки в «Сопрано», Империоли продолжает активно сниматься как в сериалах, так и в кино, часто исполняя роли различных детективов таких шоу, как «Жизнь на Марсе», «Люцифер», «Голубая кровь», «Безумные псы» и «Линкольн Райм», «Охота на коллекционера костей». Он даже сыграл бывшего губернатора Нью-Йорка в эпизоде сериала Бена Стиллера «Побег из Даннемары» и появился во втором сезоне HBO-шного «Белого лотоса». На волне ностальгии он озвучил закадровый текст в множественные святые Ньюарка. Ко всему прочему, Империоли вел подкаст «Talking Sopranos» вместе с бывшим коллегой по сериалу Стивом Шерипой. Эта энергичная парочка даже написала книгу «Сопрано. Закулисная история легендарного сериала». В альтернативной реальности Стивен Ван Зандт мог бы стать культовым Тони Сопрано. Удивительно, но несмотря на отсутствие актерского опыта, создатель сериала Дэвид Чейз изначально представлял его в роли босса. Однако руководство HBO отнеслось к этой идее с недоверием, посчитав ее слишком рискованной. Но Чейз не сдался и создал героя Сильвио Данте специально для Стива, который в итоге сыграл уверенного и обаятельного консильери с, пожалуй, самой шикарной прической в шоу. Помимо роли в «Сопрано», Ван Зандт – настоящая рок-звезда, ключевой участник группы Брюса Спрингстона и успешный музыкальный предприниматель. Он даже внес вклад в киноиндустрию, исполнив песню «All Alone on Christmas» для саундтрека «К один дома 2». С 2012 года по 2014 год Ван Зандт снимался в сериале «Лиллехаммер», где смешались криминал и норвежская культура, а также появился в фильме Скорсезе «Ирландец». Вдобавок к своей разнообразной карьере, Ван Зандт недавно выпустил мемуары. Прежде чем Тони Сирико стал культовым по Лигалтьери в «Сопрано», его реальная жизнь напоминала сюжет классического боевика. Начав свою преступную карьеру всего в 7 лет, Сирико накопил 28 арестов и провел 20 месяцев в тюрьме Синг-Синг, где неожиданно открыл для себя страсть к актерству. Интересно, что Сирико чуть не сыграл дядю Джуниора в «Сопрано», но в итоге получил роль Полли при одном условии – его герой никогда не станет стукачом. Его разнообразная фильмография включает такие фильмы, как «Славные парни», а также озвучку Винни, «Пса в Гриффинах». В 2008 году Сирико даже выпустил собственные духи под названием «Пауло», названные в честь его героя. Тони Сирико ушел из жизни в 2022 году в возрасте 79 лет, но оставил наследие незабываемых ролей. Будь то в образе грозного гангстера или любимого актера, жизнь и карьера Сирико были такими же динамичными и значимыми, как и роли, которые он исполнял. До того, как Айлер стал известен как AJ Сопрано, он мелькнул в клипе Мэрилина Мэнсона, который пародировал Вилли Вонку. После «Клана Сопрано» его жизнь напоминала современную версию классического приключенческого романа с участием подпольных покерных игр и собственной битвы с зависимостью, которые в итоге привели к условному сроку. Сегодня Айлер оставил свое бурное прошлое позади и занялся подкастингом, часто приглашая бывших коллег по сериалу, чтобы вместе весело провести время. В откровенном интервью в 2020 году Айлер отметил 7 лет трезвости – и рассказал о своих новых начинаниях, включая подкаст «Pajama Pants» с Джейми Ли Синглер, который продолжался до декабря 2022 года. А в июле 2023 года они запустили новый подкаст Сиглер под названием «Не сегодня, приятель», продолжая свое путешествие в мире цифровых медиа. Шерон Анджело знакома фанатам «Сопрано» в роли Розали Април. Обширная фильмография Анджелы включает независимые фильмы, такие как «Кабаре Максин» и «Голодные призраки», а также участие в фильме Джима Джармуша «Пёс-призрак». На телевидении она появлялась в таких шоу, как «Закон и порядок» и «Блудливая Калифорния». Творчество Анджелы не ограничивается лишь актерской игрой. Она соавтор сценария фильма «Коллекция» 2005 года и режиссер картины «Сделано в Бруклине» 2007. Поклонники видеоигр могут узнать ее голос в роли Энджи Пигарина в GTA 4.
Кроме того, Анджело делится своим актерским опытом в студио Данте, актерской студии, основанной ее коллегой по сопрано Майклом Империоли и его женой Викторией. Актерская карьера Дрии де Матео началась с небольших ролей в фильмах, пока она не получила свой большой шанс в сериале «Сопрано». Изначально она пробовалась на небольшую роль, но ее неоспоримое обаяние принесло ей весомую роль Адрианы. Адриана быстро стала одним из ярчайших героев сериала. И в 2004 году Дрия получила премию Эмми за лучшую женскую роль второго плана. После «Сопрано» Дрия продолжила успешно сниматься. Она сыграла в сериале «Джоуи», спин-оффе «Друзей», присоединилась к отчаянным домохозяйкам и воплотила образ Венди Кейс в «Сынах анархии». Среди ее последних работ – появление в сериале «Оттенки синего» и постоянная роль в «Миллион мелочей». Также Дрия осваивает новые горизонты, запустив свой аккаунт в OnlyFans, что позволяет ей по-новому взаимодействовать с поклонниками. Фанатов ждет сюрприз, ведь Дрия скоро появится в проекте «Королева Манхэттена» вместе с Дэвидом Бруалом, который сыграл ее дядю в «Сопрано». Этот проект вызывает вопрос, даст ли ей Ричи наконец надеть свою культовую куртку. It's yours. What is it? It's the jacket! Говоря о куртках, Дэвид Бруал, актер с мощным экранным присутствием, впервые привлек к себе внимание в суровом фильме «Злые улицы» Мартина Скорсезе. Эта роль задала вектор для его карьеры в Голливуде. Но как же он оказался в одном из самых известных сериалов телевидения – «Сопрано»? Конкуренция за роль Ричи была жестокой, и Бруал был полон решимости заполучить ее любой ценой. Эта настойчивость не только принесла ему роль, но и оказала большое влияние на его игру, добавив Ричи ту неистовость, которая стала одной из главных черт героя. После того, как он покорил зрителей в «Сопрано», Бруал появился в таких фильмах, как «Козырные тузы» и «Шары ярости», продемонстрировав свое мастерство как в драматических, так и в комедийных ролях. В 2018 году Бруал сыграл главную роль в фильме «Папа», где он вновь встретился с Винсентом Пасторе, еще одним актером из клана «Сопрано». Помните Аиду Тортура? Она впервые привлекла наше внимание в фильмах, таких как «Спящий» и «Падший». Но большинство из нас знают ее лучше всего как эгоцентричную сестру Тони, Дженнис. Кстати, она также является кузиной актера и режиссера Джона Туртура. С тех пор, как она наводила хаос в Джерси, Аида не сбавила обороты. Она продолжила появляться на экране, запомнившись в сериале «Закон и порядок». Кажется, что у правоохранительных органов к ней особая симпатия. В 2021 году она сыграла Гейл в сериале «Чем мы заняты в тени», а также появилась в «Черном списке». Забавно видеть, как Аида трансформировалась из помощника мафиозной семьи в защитницу хороших парней. Так или иначе, Аида Туртура продолжает завораживать зрителей своим многогранным актерским талантом. Карл добился значительных успехов в индустрии развлечений как сценарист, так и актер. Его сценарные работы впечатляют. Он участвовал в создании таких сериалов, как «Томми» на CBS, «Сиди Фалько» и «Двойка» на HBO. Также Карл работал над сериалом HBO «Винил». Кроме работы на телевидении, Карл написал книгу «Извилистая голова. Итало-американские мемуары», опубликованную издательством Random House, которая основана на его личной жизни и легла в основу его сольного театрального шоу. Для поклонников клана «Сопрано» Карл более всего известен как Литл Поли Джермани. Интересный факт. Изначально Карла рассматривали на роль Ральфа Сефаретта, и он даже проходил на пробы в студии Silver Cup перед самим Дэвидом Чейзом и продюсерами сериала. Хотя он не получил эту роль, Чейз увидел в Карле потенциал и сказал фразу «Ты нам нравишься». Чейз сдержал свое слово, утвердив Карла на роль Поли, роль которая стала одной из его самых запоминающихся. Теперь давайте поговорим о Доминике Кьянезе, китайском крестном отце, также известном как дядя Джун. За его суровой внешностью скрывается музыкальная сторона, которая не раз проявлялась. А вы помните его потрясающее выступление в финале третьего сезона? Да, это был он. Пел тенором и играл на гитаре. Путь Доминика к славе был отнюдь непростым. Он начинал с случайных театральных ролей. Выступал в дешевых барах и даже преподавал гитару в реабилитационных центрах. Его прорыв произошел благодаря роли в фильме «Восток-Запад», за которым последовала незабываемая роль в «Крестном отце 2». И вот так Доминик оказался на вершине. В 93 года он по-прежнему бодр и недавно появился в драме «Соседи» и в «Подпольной империи».
В 2018 году Доминик выпустил свою автобиографию. Ал Сапиенза, известный ролью Майки Палмиси в «Клане Сопрано», начал свою актерскую карьеру сразу после окончания университета, получив место в бродвейском мюзикле «Битлмания» в роли Ринго Стара. Вдохновленный «Битлз», которых он впервые увидел во втором классе на шоу Эда Салливана, Ал уже в пятом классе играл на барабанах в собственной группе. После Ал переехал в Лос-Анджелес, где 14 лет учился актерскому мастерству. В этот период он появлялся в фильмах, таких как «Смертельное оружие 4», «В осаде 2» и «Судья Дредд». Его большой прорыв произошел в 1999 году с выходом «Сопрано», что открыло ему двери «Королев в братство», «24 часа» и «Побег». В последнее время он появлялся в «Форс-мажорах», «Джеки Райани» и таких фильмах, как «Игра на понижение» и «Капоне». В настоящее время Ал снимается во втором сезоне «Ричера», продолжая развивать свою карьеру. Hey, Mikey, that's the boy. What boy is that, Tony? The one you sleep with. Эй, если бы Тони Сопрано был в соцсетях, он точно бы юзал Target Hunter, чтобы найти правильных людей. С его помощью ты можешь собрать нужную аудиторию в соцсетях, как Тони собирал свою команду. Хочешь показывать рекламу тем, кто точно откликнется? Target Hunter тебе в помощь. Введи промокод «Киногерой» и получи 2 дня доступа к тарифу «Автоматизация» плюс месяц в подарок при покупке любого тарифа от месяца. Настало время действовать умнее, как это делал Тони Сопрано. Артур Джейн Эскарелло – человек, чья жизнь напоминает сценарий захватывающего драматического сериала. Его путь начался в корпусе морской пехоты США, где он прослужил 8 лет, а затем провел 21 год в полицейском управлении Нью-Йорка. Перейдя из правоохранительных органов в киноиндустрию, Артур не просто получал роли, он задавал им тон. Особенно в фильмах Спайка Ли «От дела в Нью-Джерси» до политически заряженного «Черного клановца». Многообразие таланта Артура простирается далеко за пределы проектов Спайка Ли. Его фильмография включает роли в мафиозной драме «Свидетель против мафии», «Беги без оглядки» и триллере «Враг государства». На телевидении он привносит подлинность каждого своего героя, как, например, Бруно, владельца пиццерии в сериале «Миллиарды». В последнее время Артур появился в сериалах «Голубая кровь» и «Крестный отец Гарлема», продолжая демонстрировать свое фирменное обаяние крутого парня. Теперь давайте поговорим о Джимми Линн Сиглер, которую мы с любовью помним как Мэдоу Сопрано, любимицу Тони. И если вы думаете, что Тони Сопрано было непросто, подождите, пока не услышите о судьбе Джимми Линн. К 20 годам у Джимми Линн был диагностирован рассеянный склероз. Серьезное испытание для любого человека, а уж тем более для того, кто живет под светом софитов. Но это еще не все. Гламурная жизнь актрисы принесла ей немало трудностей. Помните ужастик «История у костра», который вышел в 2001 году? Многие, возможно, и забыли, но Джимми Линн помнит его очень хорошо, потому что на съемках фильма она заразилась болезнью Лайма, что на время лишило ее возможности ходить. И как будто сражаться с рассеянным склерозом было недостаточно, она также пережила тяжелую борьбу с булимией. Несмотря на все эти серьезные испытания, Джимми Линн не просто выжила, она процветала. Она даже выплеснула свой опыт на странице автобиографии с весьма скромным названием «Мудрая девочка. Что я узнала о жизни, любви и потере». Но на этом Джимми Линн не остановилась. Она вновь появилась на экранах в сериале «Антураж», играя, собственно, саму себя, а также засветилась в одном из эпизодов «Как я встретил вашу маму». Ее личная жизнь тоже сложилась удачно. Она вышла замуж за бейсболиста. А недавно она снялась в ситкоме «Холостяцкий дом». Теперь, продолжая семейную тему, она объединилась со своим экранным братом по сопрано, чтобы вести подкаст. Oops, I did it again. Давайте обратим внимание на одного из талантливейших актеров нашего любимого шоу – Роберта Пунара. Выросший в Бруклине в семье итальянцев второго поколения, Пунара начал свою актерскую карьеру на бурных театральных подмостках Нью-Йорка. Но настоящее волшебство началось, когда он объединился с Джеймсом Гандольфини во время европейского турне с постановкой «Трамвай желания». Пунара по-настоящему оставил свой след в мире мафиозных драм, исполнив роль Юджина Пантекорова в «Клане Сопрано». После «Сопрано» он заполучил роли в сериале «Грешница» с Джессикой Бил, «Рэй Донован», а также поработал с Мартином Скорсезе в проекте HBO «Винил».
И, конечно, не забываем его появление в фильмах «Ирландец» и «Американский гангстер». Well, you ought to know, sweetie. What'd you say? Прежде чем Стив Бушеми покорил нас роли Тони Бландетта в «Сопрано» в 2004 году, зрителям он уже был знаком как режиссер культового эпизода «Сосновые степи». Однако его путь начался гораздо раньше. С 1980 по 1984 год он совмещал работу пожарным в Нью-Йорке параллельно с уроками актерского мастерства и выступлениями в стендапах. Разноплановость Бушеми проявляется как в его комедийных ролях вместе с Адамом Сэндлером, так и в более глубоких образах в лентах Тима Бёртона «Крупная рыба», «Кофе и сигареты» Джима Джармуша или «Бешеные псы» Квентина Тарантино. Он также занимался режиссурой, сняв такие фильмы, как «Одинокий Джим» и «Зверофабрика». На телевидении его успехом стала роль Наки Томпсона в сериале «Подпольная империя», за которую он получил «Золотой глобус» и множество других номинаций. Он также снял комедийные эпизоды «Сестры Джеки» и «Студии 30», а также поставил сериал «Чудотворцы», который растянулся аж на 4 сезона. Недавно, 8 мая 2024 года, на Бушеми было совершено нападение в Манхэттене, в результате чего он получил травмы, но, по словам его представителя, уже восстановился. До того, как Джо Ганасколи стал известен благодаря своей жирной роли, он оттачивал мастерство кулинарии, готовя блюда в Нью-Йорке и Новом Орлеане, а также открыл собственное заведение в Бруклине. К сожалению, из-за долгов, которые накопились у Джо из-за любви к слотам, ему пришлось закрыть ресторан в 1990 году. Однако в 2017 году Джо вновь вернулся в мир кулинарии, запустив кейтеринговый бизнес, специализирующийся на мероприятиях в стиле сопрано. Актерская карьера Джо началась благодаря удачной встрече с Бенисио Дель Торо на съемках фильма «Бесплатные деньги», что привело к роли в фильме Дель Торо «Покорение» и познакомило его с важными кастинг-директорами сериала «Сопрано». Впервые он появился в сериале в эпизодической роли посетителя кондитерской по имени Джина, однако позже вернулся уже в более заметной роли Витас Потафоры. Кроме «Сопрано», Джо снялся в таких фильмах, как «Люди в черном» и «Дебошир», а также участвовал в кулинарных шоу «Бон аппетит, Куков» и «24 часа в ад и обратно» с Гордоном Рэмзи. Совсем недавно его утвердили на роль в пилоте «Bring on the Dancing Horses» с Кейт Босфорд. Энтони Десанто заметно проявил себя в различных телешоу и фильмах. Он сыграл роли в таких сериалах, как «Закон Лос-Анджелеса», «Полиция Нью-Йорка» и «Секс в большом городе». Однако для фанатов «Сопрано» он навсегда останется в памяти как торчок Брэндон Филоне. Человек с большими амбициями, но плохими решениями. Киношная карьера Десанто включает роли в фильмах «Федерал Хилл» и «Пивная лига», а также озвучку Реджи в видеоигре «Клан Сопрано. Путь к уважению». Среди его заметных ролей – участие в фильмах Дита Монтиеля «Как узнать своих святых» и «Бой без правил». Он также появился в сериалах CSI Miami, «Китайский городовой» и «Голубая кровь», где сыграл Джоэ Розана. Вне экрана Десанто обладает разносторонними талантами. Он женат на актрисе Бриджит Райан и владеет корочкой профессионального массажиста. Давайте погрузимся в увлекательную двойную жизнь Дэна Гримальди, наиболее известного по ролям братьев-близнецов в Паризе. За пределами экранных мафиозных интриг Дэн формирует умы молодых студентов в качестве профессора математики. Неожиданный поворот в его карьере. До участия в «Сопрано» Дэниел начал свою актерскую карьеру с «Ярких ролей», включая нестабильного пиромана Донни Коллера в ужастике 80-го года «Не заходи в дом». Он также снимался в таких фильмах, как динамичный боевик «Предельный срок на угон» и напряженная драма «Ярды» 2000 года. Помимо кино и телевидения, Дэниел попробовал себя и в видеоиграх, озвучив героя по имени Фрэнк в игре «Мафия». Для поклонников, желающих более личного общения, Дэниел предлагает индивидуальные видеосообщения с помощью сервиса MemoMe. We understand each other. It won't be cinematic. Замечали ли вы, что Винсент Пасторе буквально повсюду в мафиозных фильмах? Он словно универсальный актер для ролей гангстеров. Хотя его работа в «Клане Сопрано» продлилась всего 2 сезона, он оставил незабываемый след. Как ни странно, Винсенту Пасторе уже 77 лет, но он и не думает сбавлять обороты. На его счету почти 200 ролей.
И в 2007 году он чуть не оказался на «Танцах со звездами», но решил, что страсть к танцам уступает другим увлечениям. Он также проявил себя в кулинарии, выпустив свою фирменную итальянскую пасту «Винни Пасторе». Среди его ролей в кино – участие в таких фильмах, как «Малавита», «Готти» и «Револьвер». Недавно он снялся в легендарном «Ограблении» и «Рождении легенд». На телевидении его можно было увидеть в сериалах от «Все ненавидят Криса» до «Гавайи 5.0». А сейчас он играет толстого Ларри в шоу Hulu «Вутанг. Американская сага». Давайте поговорим о Рэе Абруцци, знаменитом благодаря роли Кармайна-младшего в «Клане Сопрано». Снявшись в 16 эпизодах, Рэй оставил яркий след в сериале своими запоминающимися фразами и уникальным стилем. Однако его актерский диапазон выходит за рамки мафиозного жанра. Он сыграл заметные роли, такие как сержант полиции Джон Зарелли в «Династии» и детектив Майкл Магуайр в «Практике». Кроме того, Рэй очаровал зрителей в роли Тони Джулиано в «Ночном суде». Разноплановость Рэя проявляется в самых разных телешоу. От кардиолога в «Пустом гнезде» до гостевых ролей в «Морской полиции спецотдел» и «Безумце». Он также работал за кулисами, будучи главным сценаристом шоу «Вайнервиль». Вне экрана Рэй поддерживает исследования в области старения. Для личного общения с поклонниками на сайте Memo.me можно заказать видеосообщение от Рэя. You're at the precipice, Tony, of an enormous crossroad. Карьера Макса Касселла охватывает все, от его первых ролей в продавцах новостей о Дисней и Винни Дель Пино в сериале «Доктор Дуги Хаузер» до выдающихся ролей на экране и сцене. Родившийся в Вашингтоне и выросший в Кембридже, Касселла получил раннее представление о журналистике благодаря работе его отца в «Бостон Глоб», что помогло ему развить выразительность в его актерской игре. На телевидении он наиболее известен ролью Бенни Фацио в сериале «Сопрано», а также запомнился появлением в виниле «Подпольной империи» и «Удивительной миссис Мейзел». Недавно он придал глубину сериалу «Король Тулсы». Среди его киноролей – участие в фильме «Секция ритма» с Блэк Лайвли, Джеки с Натали Портман и Жасмин Вуди Аллена с Кейт Бланшет. Нэнси Марчант, прославившись своей универсальностью, начала актерскую карьеру в театре, совершенствуя мастерство в различных престижных постановках. Это классическое образование заложило основу для ее успешного перехода на телевидение и в кино. Нэнси Марчант стала известной телевизионной фигурой благодаря своей роли Маргарет Пинчон в сериале «Лу Грант», за которую она получила 4 номинации на Эмми, что открыло ей путь к роли в «Сопрано». В этом культовом сериале она блестяще исполнила роль Ливии, манипулятивного матриарха, демонстрируя свое умение воплощать сложные властные образы. Однако карьеру Марчант омрачали проблемы со здоровьем. Она боролась с раком легких и эмфиземой, продолжая работать над «Сопрано». К сожалению, она скончалась в 2000 году, за день до своего 72-летия. Ее последние сцены в «Сопрано» были созданы с помощью компьютерной графики и ранее отснятого материала, что позволило достойно завершить ее роль в шоу. Фрэнк Винсент, особенно любимый фанатами гангстерских фильмов, имел за спиной долгую карьеру, которая началась в мире музыки. Изначально он мечтал о большой славе в музыкальной индустрии. Днем работал студийным музыкантом, а по ночам руководил своим джазовым оркестром. Музыка была его первой страстью, но судьба распорядилась иначе. В 1969 году случайное приглашение Джо Пеши на роль гитариста в его группу привело к повороту в карьере Винсента. По мере того, как популярность лаунж-музыки угасала, Винсент и Пеши перешли на комедийные выступления, образовав дуэт «Винсент и Пеши». Их стендап-комедия привлекла внимание влиятельных лиц, что привело к роли в гангстерском фильме «Коллекционер смертей». Этот фильм заметил Роберт Де Ниро, который был впечатлен и порекомендовал их Мартину Скорсезе. Скорсезе взял Винсента и Пеши на роли в фильме «Бешеный бык», то стало началом нескольких совместных проектов, включая знаковые роли в «Славных парнях» и «Казино». Хотя Винсент наслаждался разнообразными ролями, включая участие в фильмах Спайка Ли, его образ Фила Леотарда в «Клане Сопрано» особенно запомнился зрителям, закрепив за ним статус культового мафиоза. В сентябре 2017 года Винсент перенес сердечный приступ и скончался вскоре после операции в возрасте 80 лет. Your brother Billy, whatever happened there? All right, then. Whatever happened there?
Федерико Костелуччо, также известный как Курио, продолжает активно работать в индустрии развлечений. Он, например, снялся в фильме 2006 года «Как узнать своих святых». А в 2016 году стал режиссером ленты «Банкир из Бруклина». Помимо актерской карьеры, Федерико сделал себе имя как художник-реалист и умелый коллекционер искусства. Его острый глаз позволил ему в 2010 году обнаружить потерянный шедевр, который он купил за 43 тысячи долларов, а позже продал за 6 миллионов. Возможно, лучшая делюга, которую он провернул с тех пор, как покинул «Сопрано». Но на этом сюрпризы в его карьере не заканчиваются. Костелуччо появился в клипе Nickelback на песню «Rockstar». Знаю, о чем вы сейчас думаете. Что делает парень с суровых улиц Неаполя в клипе Nickelback? Может, он заплутал, а может, пришел за деньгами босса. The boss money. Будем надеяться, что Федерико поставил Никельбека хотя бы на штуку баксов. You're ripping us off for Gino. This is bullshit. Родившийся в Квинсе и выросший в Нью-Джерси, Джон Вентимилья прославился не только своими умственными способностями и силой на футбольном поле, но и тем, что делил жилье с Майклом Империоли, нашим Кристофером Малтисанти. Знаменитый по роли шеф-повара Арти Бука в клане «Сопрано», Джон не повесил свою актерскую карьеру на гвоздь после завершения сериала. Он снимался в «Голубой крови» на NBC, а также расследовал тайны в «Хорошей жене» и «Джессике Джонс». Вне экранов его жизнь была полна как взлетов, так и падений. Он преданный семьянин, женат, и у него есть дочь и внучка. Но в 2023 году его постигло горе – потеря младшей дочери. Несмотря на все испытания, Джон продолжает вдохновлять как на экране, так и за его пределами. Для нас он навсегда останется тем шеф-поваром, который умеет держать удар. It's like a martini, but it's from Albania. Never heard of that. Well, apparently they go down real easy. Грег Антоначчи был разносторонним талантливым человеком из адской кухни, который оставил свой след в режиссуре, продюсировании, сценаристике и актерской игре. Он внес значительный вклад за камерой в таких телесериалах, как «Идеальные незнакомцы», «Королевская семья» и многих других, придавая каждому проекту свой особый стиль повествования и юмора. Его помнят за роли в сериале «Досье детектива Рокфорда». Его герои в клане «Сопрано» Буччи и подпольной империи Джонни Торио продемонстрировали его способность воплощать суровых и авторитетных мужчин. Грег Антоначчи ушел из жизни в сентябре 2017 года, всего через неделю после смерти его коллеги по клану «Сопрано» Фрэнка Винсента. До того, как стать Джонни Секом, Винсент Куратола чаще размахивал молотком на стройке, чем читал сценарий, имея за плечами лишь пару незначительных актерских работ. Почти поэтично, не так ли? Парень, связанный со строительством, играет важную роль в сериале, где связи мафии со строительной отраслью – ключевой сюжет. Путь Винсента в актерский мир был далеко не шаблонным. Когда пришло время пробоваться на роль в «Сопрано», актер явно не горел желанием и не был пунктуален. Часто опаздывал или вообще пропускал пробы. Трудно представить такую расслабленную манеру в жестком мире кастингов, где каждая секунда на вес золота. Но вот что интересно. Винсент выделился не громким голосом, а пугающим спокойствием и необычной манерой курить сигарету, которая и привлекла внимание продюсеров. Кроме «Сопрано», Винсент появлялся в фильмах, таких как «Ограбление казино» и «День патриота», а также в сериалах от «Дефективного детектива» до «Черного списка». А для тех, кто хочет ощутить его драматический талант, Куратола теперь преподает актерское мастерство, давая уроки как ветеранам сцены, так и новичкам. Причем даже в зуме. Стив Шерипа, известный по роли Бобби, продолжает успешно работать в индустрии с момента завершения сериала. Он засветился в таких проектах, как «Голубая кровь» и «В черном ящике». Среди других его появлений на телевидении – «Звездные врата Атлантида», «Дурнушка Бетти» и «Озвучка в американском папаше». Шерипа также появлялся на большом экране вместе с коллегами по «Сопрано» в фильмах, таких как «Убить ирландца» и «Парни из Джерси». А недавно снялся в фильме Вуди Аллена «Колесо чудес» вместе с Тони Сирико. Помимо актерской карьеры, Шерипа добился успехов и как автор. Среди его публикаций – «Руководство по жизни Гума» и серия «Никки Туз», по которой был снят телевизионный фильм с участием нескольких актеров из клана «Сопрано». В личной жизни Стив счастливо женат на Лауре Лемос, и у них двое детей.
В настоящее время он радует поклонников клана Сопрано закулисными историями через подкаст, который он ведет вместе с Майклом Империоли. You know, Quasimodo predicted all this. Джо Пантелиано впервые привлек внимание публики в роли сутенера-убийцы Гвидо в фильме «Рискованный бизнес», а затем сыграл печально известного Фрэнсиса Фрателли в «Балбесах». Он по-настоящему взорвал умы зрителей, как Сайфер в «Матрице», и получил Эмми за роль Ральфа Сифаретта, героя которого мы обожали ненавидеть. Помимо этих культовых ролей, Пантелиано проявил свою многогранность. От поручителя в «Успеть до полуночи» вместе с Робертом Де Ниро до старого капитана Ховарда в саге «Плохие парни». Он также блистал в роли мафиози в «Связи» и сыграл Тедди Гамела в «Помни». Вне экрана жизнь Джо не менее насыщена. После того, как его первый брак развалился в 1985 году, в 1994 он женился на бывшей модели Нэнси Шепард, и у них четверо детей. Личная борьба Пантелиано также не была скрыта от общественности. Он откровенно говорил о своих проблемах с алкоголизмом, зависимостью от еды, секса и проблемах с депрессией. Несмотря на трудности, такие как серьезная травма в результате аварии в 2020 году, Пантелиано остается стойким. А для любителей видеоигр Джо тоже оставил свой след, озвучив героев в GTA и Call of Duty Black Ops 2.